для тех, кто уже успел отведать чахохбили по традиционной рецептуре из мяса птицы, я предлагаю попробовать другой, не менее вкусный вариант, ароматное чахохбили из баранины, уверена, вам понравится. Вся прелесть этого рецепта приготовления чахохбили из баранины в том, что, с одной стороны, это блюдо довольно простое и не требует значительных временных и денежных затрат, но тем не менее вкус у него получается настолько восхитительный, что словами не передать, и хотя в классическом варианте такого блюда используется мясо птицы, но если приготовить чахохбили из баранины в домашних условиях, то оно получится гораздо сытнее и ароматнее, по крайней мере, мне так кажется, но вы сами попробуйте и решите. Досмотришь инвида, и я предложу записать список ингредиентов. Вкуснее тем, кто подпишется. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Баранина, 500 грамм. Лук репчатый, 4 штуки. Помидоры, 400-500 грамм. Перец сладкий болгарский, 1 штука. Чеснок, 2-3 зубчиков. Вино красное столовое, 100 мл. Зелень свежая, по вкусу. Петрушка, кинза, базилик. Специи, по вкусу. Черный молотый перец, красный молотый перец, кориандр, хмели-сунели. Соль, по вкусу. Количество порций, 3-4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. До встречи!